Конрад, Спартак, Хлойн, Варус и Гверн. Кто из них станет магом? В этом видео мы откроем новый класс маг, узнаем о свойствах осколка катализатора, очистим Красный замок от варваров и пройдем 30-й левел башни испытаний. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем развиваться и выживать в Battlesmith Blade & Forge. Если ты до сих пор не знаешь, что это за игрушка, это уже третье видео, обязательно посмотри плейлист. Это класс, затягивает, просто за уши не оттянешь. Ратуша уже 5-го левела. Что она нам дает? Давай сразу к самому вкусному. Экипировка мага. Мы открыли с тобой сейчас новый класс. Конечно, много всяких прокачек. Также можно рунировать мечи и рецепт катализаторы. На 4-м левеле мы с тобой, значит, открываем лабораторию. Ну и она нам уже открывает производство, да, вот этих вот рун. Из них-то и делается катализатор. Что это такое? Заходим в слияние. И вот он, наш доспех фиолетовый. Оп, и шанс успеха 75%. Соответственно, я могу нафиг развалить два синих доспеха, это жестко. Ну а катализатор повышает шанс на 30%, ё-моё. И я 100% получаю фиолетовый доспех. Вообще грязь. Ну и это, в свою очередь, делает твоих бойцов куда круче, чем в синем даже шмоте. Производим в лаборатории осколки рун, красную, синюю, желтую, зеленую, и из них уже создаются катализаторы. Легко, вообще как два пальца об асфальт. Давай зарядим, пускай делаются. Оу! Это реально очень круто. Разница у этого, значит, доспеха и синего, прям небо и земля. Так, мужчина, а ты станешь у меня магом. Посох ведуна, Вася! Вот такое, значит, одеяние ведуна и капюшончик. Заряжаем. Здесь пускай посох делается, сейчас все остальное зарядим. Давай, пока мы ждем с тобой мага. Я уже продвинулся на арене ПВП. Все, бронза уже позади. Серебро, пятерочка позади. В данный момент я в лиге серебро 4. И что здесь? Да здесь грязь, короче. Я уже выбил рецепт лука крутого, который я и близко еще даже крафтить не могу. В общем, я здесь не в тему. Меня здесь быть не должно. Ну и, соответственно, чем дальше, тем круче и круче и круче. Я тебе не могу не показать. Мощный композитный лук. Ёп, вот такой рецепт я недавно выбил. Блин, я еще композитный не умею создавать. Я уже выбил наперед мощный композитный. Мне кажется, это говорит о том, что как бы все нормалды у меня, да? В компании я почти прошел Красный замок. Остался лишь финальный босс. Паура чуть-чуть не хватает, но это не беда, погнали. И да, я сразу тебе говорю, я сделал косяк. Почему? Вот видишь, боец. Его надо было одеть, его нельзя было таким голожопом оставлять, соответственно. Ну ладно. Не пройдем сейчас, да, пройдем в следующий раз. Хорошо, что я сделал? Я сделал ослабление атаки. Красавчик, даггерщик, да? Вообще, блин, кинжальчик, убийца наш вообще. Вот наше все. Да, у меня уже в мече руна и в молоте. Танк вот этот у меня тупо хейтит, короче. И чё, мне кажется, это правильно, ёп, это круто. Так, поехали. То есть он на себя, да, берет агрессию. Ёп, рукожопа чуть-чуть. Бомбу кинул. Так, все, минус кинжальщик. Ничего страшного. Почему? Потому что босс! Ё-моё. И вот тут вот, да, вот этот голожопый вот вообще не в тему, ёп. Капец. Капец, блин. Ха-ха-ха, блин. Так, ладно, ладно, ничего страшного. Фу, давай, мужчина, я на тебя надеюсь. Поехали. Не пройдем сейчас, пройдем в следующий раз, да? Оденем танка. Ослабление кидаем. Оп, смотри. Кровотечение на нем, понял, да? О-хо-хо! Мужчина! До свидания, ёл-палы! Отец!
У нас оставалось только два варианта. Раз противоядие не белое, значит оно зеленое. В чем прикол? На наш замок напали, нас предали. Засранцы предали, короче, да? В результате отца ранили, захватили в плен. Когда ты пройдешь главу Красный замок, ты освободишь батю. И он с тобой будет сражаться. Но он отравлен, ёп! Его надо вылечить. Где там был флакон? Ну, на вкус неплохо. И жжение в руке вроде отпускает. Точно отпускает. Вот это наш батя, ёп, вообще, да? Мужчина, блин! Сын, думаю, ты не скоро останешься сиротой. Дай обниму тебя. Это все было не до того. И хотел сказать, я очень тобой горжусь. Очень. Милорды, я нашел барона. Он без сознания связан. Он не ранен. Надеюсь, не очень разочаруется, когда снова увидит мою рожу. Конечно, не разочаруется. Ва-ва-ва, блин. Они, короче, любят поговорить, слушай, да? Но это реально интересно. Диалоги прям нормалды прописаны. И мы открыли мертвые ёптопи. Новые ресурсы открыли, соответственно. Зелененькую кучнягу, глазик и цветочек красненький, да? А это, в свою очередь, откроет нам возможность создавать более крутую экипировку. Вот, к примеру, рыцарский щит. Уже сейчас, да, могу их создавать. Глазики нужны, посох, глазики. Все, что для мага надо, все, короче, надо что-то крутое. Хо-хоу! Редкая, Вася, удача! Слушай, это хорошо. То есть мне не надо лишних капюшонов миллионы, да, сейчас крафтить будет. То есть у меня уже синий. Еще один синий, я сделаю красиво фиолетовый капюшончик. Так, посохи уже создаем. Угу. Пыли нету этой обоссанной. Граф, мне требуется посох ведуна. Не поделитесь? Да пошел ты в жопу. Я сейчас сам не знаю, что из себя маг представляет. Мужчина Конрад будет у меня магом, да? Хотя, слушай, Хлоин звучит под мага. А Конрад лучник, да? Давай вот из этого сделаем мага сейчас. Наконец-то, ёп, я думал, я не дождусь. Слушай, если ты что-то не хочешь продавать, ты можешь отказаться и через время новую. Чё? Сэр, прошу вас взять на себя хранение латы. Ну ладно, спасибо, чё. Ха, блин, ну иногда, да, горожане благодарные нам дарят эту штуку. Так, поехали, ёп, да будет маг. В зависимости от того, какое у тебя оружие, да? Класс, ёп. Ну нормалды, да? Мощь героя сразу 205, ты понял, чё? Почему? Потому что, ёп, маг, это тебе не в тапки гадить. Я чувствую, он даст просраться, когда я ему все фиол сделаю. А можно дальше фиола пойти? Конечно, можно, кто ж тебе, ёп, мешает? Так, мужчина, ты теперь арчер у меня. Носи с достоинством, значит, эту шмотку. Синяя? Чё, серьезно? А я чё-то это даже не знал. Ну ладно, говно вопрос. Блин, как им нужны вот эти осколки катализаторов, ты не представляешь. Они реально вот прям вот хотят их выкупать. Да пошел ты в жопу, мне самому они нужны. Че ты ругаешься? Ну а че они, ёл-палы? Мне реально самому нужны. Давай попробуем башню испытаний пройти. У меня пауэр 872, а тут 773. Пш, гауноед, ё-моё. Приплыли тебе, друг, приплыли. А че это ты? Нифига себе! Ты чё, орёшь что ли? Недоделанный. Блин, дальность атаки у него отстой. Даггерщика прибьют, но у меня, у парня, у моего щитовика ненависть, короче. И чё? Ну и как бы всё нормалды, вообще ничего ему не сделают. Но я всё-таки рисковать не буду. Поехали. Эх, как же жалко. Ой, ёб, да я рву их. Ну, у меня пауэр намного сильней. Да, прохождение башни тоже важно. Очень сильно прям важно. Да все важно. Маг вообще красава! Рви их, говноедов! Замерлина, блин! За короли... Ну, ты понял, да? Ёб, вообще. И все, и открываются следующие 5 левелов. Мы обязаны с тобой увидеть, что это такое. Идем в казармы героев. Хай! ГВ, СП, понял, да? Ко, то есть прокачка. Когда тебе дадут вот эти медальоны новые, тогда будет, соответственно, новый герой. Блин, ёп. Повышаем ранг. У меня первый страж. Варус. Хдыщ. И чё? Ну ничего, хорошо выросли показатели, да? Плюс, плюс, плюс. Вот эта штука со временем разблокируется. Капец, да?
Я прям чувствую, что Варус у нас уже такой серьезный парень, короче. Давай попробуем, да? Заранее на упреждение. Ну, изи, да, вообще. Хочу увидеть трехголовую ёб-гидру. Мак решает вообще. Можно уйти опять персонажа прокачать, СП плюс 3. Но мы сразу продолжаем. Ну-н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 у, ничего себе. А чё это, ёп, а чё это? А чё это, знаешь, чё это? Привет семье это. Она будет сейчас шмалять, как ненормальная, я так понимаю. Массовкой. Дракон, ёп. Держись, держись, кинжальщик. Пока мы тут справляемся с этой... Ой, вообще хорошо. Я прям уже чую, что прохожу. Смотри, на танка. Возьми меня, говноед! Не сработал скилл. Знаешь почему? 100% срабатывает только на врагов до 40-го левела. Хорошо, блин. И да, это было жестко. Ящеры какие-то, не ящеры, да? Слушай, мой пауэр намного сильней. В бой? В бой. Лучникам понижение атаки делаем, а этих бомбим. Вот так, красавчик. Давай. Красава, блин. Чё, кинжальщик решает и разрешивает. На твоих глазах просто творится история. Мой прогресс уже, ёб, зашкаливает. Так, вот эти уже по пауэру сильнее меня, поэтому... Я затаскивал ПВП ниже, ёп, вообще просто вот на голову ниже, да, и затаскивал в ПВП. Понижаем им атаку. Держитесь, пацаны! Есть, блин, да? Да, прошел. Ну все, лучник не пробивает щитовика, да? Ха-ха! Победа! О, это финалка, смотри, что, 35-я. Каждые 5. И дадут 5 СП очков. Ну и давай я покажу тебе, на что я способен в ПВП тогда уж, да? Парень, до свидания, ёб тебе. Блин, ну это вообще грязь. Да. Я просто на голову выше. И чё? А когда нету ящиков? Когда лимит сундуков достигнут? Ещё 12 часов ждать. Есть ли резон здесь бомбиться? Ну, конечно. Синенькие камушки, да, клыки, золото. Плюс по рейтингу дальше иду. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на каналах Twitch, Трово и Ютуб. Милор, чудовищ впереди, гидра, она будет ковать всех, как кажется, па-па-па-па-па-па-па. Мы такую уже пробили, блин. Подписывайся также на Telegram Печка ТВ и никогда не пропустишь выход нового ролика, стрима или розыгрыша. Качай, ссылочка в описании, игра просто восторг. Пока-пока. Хе-хей, гидра-магидра, победа, блин.